Здравствуйте, с вами Владимир Захаров. И, наверное, в это очень трудно поверить, но энергии 2019 года начинают действовать уже сегодня, в месяц свиньи 2018, понемногу, потихоньку начинают набирать ход энергии 2019. И это наш шанс как бы оседлать их, можно ли оседлать свинью, не знаю. Но так или иначе, использовать эти энергии себе на пользу, своим близким, своей команде, своим клиентам. И знаете, как дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Но вот проблема, которую я обнаружил, что вот как раз этот первый шаг, он самый трудный. Но часто гораздо эффективнее этот шаг сделать, потом отыграть назад, чем этот шаг не сделать. Потому что если вы выиграли одну битву и проиграли войну поначалу, даже если, хотя не обязаны это сделать, у вас уже есть вкус победы. Вот этот вкус победы, это то, что дает тебе силы снова вернуться в игру. И далее, уже если ты в процессе некоторой игры, вы начали свой бизнес или новую карьеру, или новые отношения, например, и в какой-то момент застряли, нужно тоже, знаете, как новый раунд. И в этом новом раунде, в новой серии, в новом сезоне есть опять первый шаг. И есть специфическая техника фэншуй, которая позволяет этот шаг сделать, используя новые энергии 2019 года. В моем проекте «Взрывное улучшение удачи» уже в ближайшую субботу, 10 ноября, я расскажу об этой технике. То есть, как активировать определенный сектор для того, чтобы сделать этот первый шаг и сдвинуть то или иное дело, тот или иной проект, ту или иную ситуацию с мертвой точки. И здесь, знаете, когда карабкаешься вверх, важно смотреть, держать как бы в перспективе эту вершину, финальную точку, но смотреть на каждый шаг, то есть на ближайший шаг, на ближайшее действие, которое ты хочешь сделать. И не смотреть вниз, не оглядываться. То есть ты смотришь перед носом, удерживая большую картину. И эта техника тоже поможет вернуть фокус в это состояние здесь и сейчас, которое позволяет продвигаться вперед даже в самой опасной, в самой непредсказуемой ситуации. Итак, если вы уже в проекте «Взрывное улучшение удачи», жду вас в субботу. Если вы еще не в этом проекте, присоединяйтесь, получаете пользу на протяжении 12 месяцев. До скорой встречи, и я поделюсь с вами этой специфической, редкой техникой. До свидания. И вот этот зверь сидел у меня за шиворотом. Когда я записывал видео, я думал, что там шевелится? Это саранча или что? Это вроде не саранча, такой жук. Присоединяйтесь, получаете пользу на протяжении 12 месяцев. До скорой встречи, и я поделюсь с вами этой специфической, редкой техникой. До свидания.